Всем привет! В этом видео я хотел бы рассказать вам, как своими руками можно создать винчуновский манекен, деревянный манекен, с использованием подручных материалов. Если, допустим, у кого-то не хватает денег или нет денег на покупку деревянного манекена стоимостью приблизительно 350 долларов, плюс еще в доме нет условий или нет места, куда поставить этот манекен, то можно, конечно, сделать самопал. Примерно вот такой, как и сделал я. Я не утверждаю, что этот снаряд является стандартом, но я взял обычное бревно, обычное полено, разрубил его пополам, просверлил обычные дырки, несколько штук для цепи, тоже просверлил дырочки, вставил палочки, вот такие вот ручки, обработал его пенорезиной для того, чтобы можно было бить кулаками и не поранить себя. Ну и, естественно, вдел в эти дырочки цепь. Почему цепь, а не веревка? Потому что веревка перетирается, со временем она испортится, порвется, нужно искать изолину. А цепь — это все-таки цепь. И такой деревянный манекен можно действительно использовать в любой ситуации на улице. То есть, или повесить его на дерево, или повесить его, к примеру, на стену дома, или у себя в квартире можно присобачить его на дверной косяк или на стену. Только если вы дома вешаете его на стену, то нужно еще сзади сделать такой слой материала, чтобы он глушил ваши удары. Потому что все-таки дома, когда вы бьете по стене, пускай даже этот манекен, отдается гулким звуком, и соседям это может не понравиться. Поэтому, в принципе, вот такие вот скромные затраты. Как говорится, была бы только фантазия, было бы желание, и можно сделать вот такой вот, можно сказать, походный манекен. Ну а сейчас я вам просто-напросто покажу, как я с этим манекеном работаю здесь, отрабатываю различные блоки, приемы, комбинации на работе. Вешу его на стену здания и спокойно, медитируя, отрабатываю различные блоки. Можно работать с этим манекеном не только по системе Винчун, но можно также отрабатывать различные блоки и удары, используемые в работе того же тхэквондо, карате. Главное, чтобы у вас был такой вот теоретический противник, с которым вы можете отрабатывать технику блоков и технику ударов, контрударов, контратак и различные переходы с одной позиции в другую позицию. Это очень интересная вещь, довольно-таки, скажем так, нужная в хозяйстве вещь для тех людей, кто занимается, кто посвятил себя, к примеру, изучению, пускай того же самого винчун, или в общих чертах кунг-фу. Использовать можно любую древесину, использовать можно в качестве ручек. Я взял, к примеру, деревянные, можно использовать железные прутья или куски арматуры. Вы же не собираетесь бить со всей дури руками по этим лапкам, чтобы отрабатывать удары. Вы собираетесь именно работать технические комбинации вашего стиля, поэтому главное, чтобы у этого манекена были лапы. А из какого материала эти лапы будут состоять, это уже другой вопрос. И, естественно, нет пенорезины. Возьмите обычный материал, обычную тряпку, положите под нее вату и работайте отработку кулаков. Плюс еще к этому можно спокойно набивать не только ребро ладони, но и сам кулак. Многоцелевой манекен, о котором можно говорить, говорить и говорить. Но я... Ветер такой, что нафиг сбивает камеру. Ладно, на чем я там остановился? Этот манекен, можно сказать, многоцелевой. На нем можно отрабатывать не только блоки, не только удары, ну и различные комбинации. Если у вас нет партнера, вот, пожалуйста, такая вот вещь.
Как его сделать, я вам уже показал, я уже рассказал. В принципе, тут нет ничего сложного. Главное, чтобы у вас было желание заниматься. Не забудьте подписаться на этот канал и поделиться видео с друзьями. С вами был я, Владимир Казарчук, автор канала Old Dutchman. Всем пока!